20 марта 2018 года, 18 часов 26 минут. Футбол РФ. ПЛУ. Полузащитник сборной России «Спартака» Денис Глушаков сообщил, что заключил пари с партнером по команде защитником Дмитрием Камбаровым. По словам Хавбека, он отрастит усы в случае поражения, а если победит, то Камбаров побреется налысо. Катаем шары с Дмитрием Камбаровым. Договорились, если выиграю Дима, то я отращу усы, если выиграю я, то скоро вы увидите Камбарова лысым, написал Глушаков в своем инстаграме, опубликовав фотографию с Камбаровым за бильярдным столом. Посмотреть фотографию можно в инстаграме Дениса Глушакова. Глушаков, гонка за титул в разгаре, хотя вы вначале назвали чемпионом «Зенит». Источник: чемпионат. Сообщить об ошибке. Комментарий 0, 20 марта 2018 года.